Не так давно они выступали на два дивизиона Ехали, выше, мужики. и вот снова вылетели по итогам прошлого сезона. Необходимо опять собираться и отвоевывать потерянные позиции. Цесар. Рокки. Оба. Этот перехват — награда за его старания. А почему в эту сторону пошли? Давайте, и сразу надо играть, чтобы это завоевывать там титулы всякие. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Просите у него, ребята, просите, вы не просите. Я просил. Точнее был бы гол. Там же сцепились. Очень опасно. Кальседа. Цесар. Очень-очень прилично. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Алаверды, если угодно. И здесь уголкипер полностью. Тихо. Не успел. Ах ты, сучка. Не спеши. Кальседа? Ну что? Кальседа, что ты на игроков идешь? Время как-то на игроков. Кирилл, просей у него. Ага. Кирилл без звука. Ротки. Широко используя флаг. Давай, беги, блядь. Команда. Чуть-чуть поторопился, блядь. Игрок и забежал в офсайд. Лучше я тебе дам, блядь, такую низом, чем он тебе. Он забивал, ну, хотя все было. Цесар. Давай, на 11. Образцовый отгон показал игрок. Сука. Так куда, блин? Просто из-за боковой. Грамотно расположился защитник и прервал этот прострел. Угол. И больше ударов, живой вратарь, больше бейте. Сука, блядь. Здорово, выбрал позицию. Ну как так, блядь, ну бег отпусти. И молодец, защитник. Я бежал, чтобы отнять, если бы я не бежал, я бы не отнял. Логика. Цесар. Рокки. Ой-ой-ой, куда ты даешь? Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворота. Ай, блядь. Держим. Держим. Рокки. И не только вратари должны преграждать путь мячу. Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут. Ближняя. Стандартное положение, стандартная процедура. Угловой удар. Все это уже вратарская сумма. О, блядь, да вы даже ударить не можете. Да, хенда, блядь. Цесар. На хорошем.
Пенка. Блядь, ну гол там был, ну. Пенка. Бля, архибей. Бля, ну был гол, он это свистит, бля, пиздец. Рейл чеки, бля. Убегает и выбивает. Архи. Я-то нет. Давай, Архи. А, Архи показал, что он. Чудовищное архонище. Так там не бот на воротах. Или бот? Вроде не бот. Не бот. Красава. Архонище! Архонище порвал буфонище. О, кстати, буфон у них стоит на воротах, написано. Но это не касается каждого отдельно взятого удара. В этом эпизоде просто повезло. Молодец, молодец. Давайте, давайте. Тащите. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Давай, 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 успей! Успеешь, ну! Ну, блядь! Пиздец, блядь. И вот потеря в центре поля. Не расслабляться, блядь. Пошла борьба. Плотность игры не прямая. Сука, куда так сильно? Лопатка короткая. Еще, еще, давим, пожалуйста. Только давите. Если что. Галимов, слом. Надо преимущество 2 очка. Назад, назад, Хен. Ёбана, блядь. Там, стой, Ахон. Ну же. И молодец, защитник блокирует этот удар. Хавайте их. Ой-ой-ой-ой. Бля, где защитники? Куда они улетели, блядь, все? В третий дивизион. Чё, давай. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. Сеса. Надо было низом пускать. Сука, блядь. Ротки. Такие низом пускать. Держи, 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 держи. Проси. Все, тихо, 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 спокойно. Ай-яй-яй, зачем? Бей! Блин, ну, ты как ты пусты-то не сбиваешь? Нет, сука, ты хоть раз попадешь, блядь. Да он лед убил. Надо было пустить мяч. Надо пустить и вернуть назад, там был чеки. Это они орут там. Все, не вопрос. 77-я минута, отработка в защите. Да еще забивает. Забьем. Успевай. Ну куда? Куда, блядь? Все сделал правильно, блядь. Пас вообще, блядь. Кальце, да? Держи, держи, держи. Порезать углом. И вратарь примет участие. Я опаздывал. Полевого игрока. Подержи, попридержать надо было, придержать надо было. Сука, держи. Это тоже составляющая часть игры вратаря. Метнулся вперед и правильно сделал. Ротки. Хорошо. Давай, 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 давай. Кайседа. Что делаешь? Ты зачем это делаешь все время? Все время идешь на этих самых, на защитников. Соперник теряет мяч в середине. Ну что, я не бля, думаю, кайс. Что здесь есть повод придраться, все по правилам, все чисто, все красиво. Близок конец. Бля, матча, парни, не пожарьте, можно... парни, блядь, сыграйте надо с защитниками, добивать. Блядь, а с кем-то. А ведь это один из последних угловых. Это, бля, вообще тяжело, блядь. Давайте какая-то. Нахуй. Кирилл, я справа, внизу. Ну же. Бля, к нему, к нему. Вот шанс. Хорошо, молодец, Ахон. Давайте, господа, быстренько вспомним, когда, на вашей памяти, для каждого свое подобная ситуация приводила к вратарскому голу. А уже и устала оборона. Игроков, игроков. Не игры, блядь, сука. Кирилл! Отводит опасность, по крайней мере, территориально. Недалеко, недалеко. Как подкошенные футболисты. Я мышцу дернул. Похоже, потянул мышцу, а ведь контакта не было.
Ну и вот так, бат. Хуйна, сейчас посмотрим на вердикт судьи. Как он расценит? Административное нарушение или уголовное? Бля, я в стенке. Заграю. Это не назову, потому что ни нет, не буду ближе играть. Не удалось стенку отодвинуть на 9 метров за всю историю футбола. А кто двигал стенку? От не получил. И мяч выбит из штрафной. Развивается атака. К нему. И вот он удар по воротам. Хорош, Кирилл, хорош. Внимательно и красиво. Перевел. Такой ребят. Все. Вратарь приходит в штрафную. Кирилл, я справа внизу. Нормально. Все. Свисти. Отлично, с победой, с ребята. С большим трудом. Тяжело, но с победой. Кайс, скрины. Отличный старт. Смотрите, два охрана бегают. Видели, да? Заслужили. Великолепно провели матч и заслуженно взяли. Колдуны Магриба. Просто такие лысые были, это. В Играх Престолов там. Похитили-то драконов-то. Такие лысые там ходили, такие, там из угла в угол. Молодцы, все молодцы. Правда, тяжело. Очень тяжело. Да я еще и лучший. Я еще...